Украинские войска захватили очередную редкую технику россиян. Речь идет об уникальном передвижном пункте разведки и управления артиллерийским огнем 1Б-119 «Реостат». Об этом сообщает Управление стратегической коммуникации ВСУ в Телеграм. В ВСУ затрофеяли очередного редкого зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1Б-119 «Реостат». Это еще советская технология, но их количество было ограничено. У КАЦАПов на вооружении было менее полусотни. На сегодня известно о 3 уничтоженных и 7 затрофеянных, говорится в сообщении. «Реостат». Что это за техника, где ее используют? Машина 1Б-119 обычно используется в подразделении воздушно-десантных войск и морской пехоты для управления огнем самоходной артиллерии установки 29 «Нано-Си» и ее модификацией. Сама техника сконструирована на базе БТРД. Для эффективного управления огнем артиллерии в машине имеется танковая навигационная аппаратура, ночной прибор для наблюдения, квантовый дальномер и прибор управления огнем. Время готовности к открытию огня по цели составляет 10 минут.